Всем привет! Сегодня у нас очень необычный челлендж. Мы будем на скорость проходить самый большой в Англии лабиринт из кустиков. Лабиринт очень высокий, даже я не могу видеть, что там за стенкой. Наша задача, кто первый доберется до вот той высокой позиции. В лабиринте мы будем находить метки. Каждая метка что-то означает. Красные и желтые метки означают, что мы можем найти что-то вкусненькое, чтобы перекусить. Потому что весь лабиринт может у нас занять часа полтора. Ого! Точно проголодаемся. А лапа динозавра обозначает, что мы можем найти золотой слиток. А зачем нам нужен золотой слиток? Всего в лабиринте спрятано 10 золотых слитков. И кто больше их найдет, тот и победил. О, отлично! И что, настоящее золото? Нет, золото не настоящее, но все равно нужно собрать как можно больше слитков, чтобы выиграть. И, кстати, мы разделимся, мальчики и девочки, и вот проверим, кто больше соберет слитков и кто быстрее доберется к финишу. Ага! Ну что, готовы? Ага. Ну, побежали? Ну, туда. Аня, пошли сюда. Что будет быстрее? Так. Будь быстрее. Ух ты, ничего себе, сколько бежать. Катя, подожди. Кто первый, тот и победил. А, еще обязательно слитков побольше найти. Давай. Лево, право, опа. Ага. А дальше? Ну что, стрелочек пока нету? Слитков не видел? Не видел. Оу. Что? А куда идти? Сюда, давай. Нам надо быстрее двигаться, чтобы побольше найти золотых слитков. А лучше еще и поесть. Ой, тут какие-то лужи. Слушай, а ты видела, нам далеко ходить до этой башни? Мне кажется, нет. Давай тогда пошли сюда. Тут был шорткат. Нет. Смотри! Что там? Ух ты! Шорткат! А надеюсь, он правильный? Не знаю. Слушай, Макс, я сюда не пролезу. О-о-о. Давай, может, назад. Окей. Тем более мы все равно не знаем, куда идти. Где эта вышка? Там, по-моему. Мы идем уже 3 минуты и ничего не нашли. Сырные, обалденные. Это мальчики. Это мальчики. Слушай, они чипсы нашли какие-то, что ли? Ага. Где они там стоят? Пошли, бегом. Бегом, будем первыми. Давай. Они где-то там. А мы пошли вот сюда. Идем налево. Налево или направо? Налево. Ну ладно, давай. О, красная штука. Что тут? Красная. Это значит, есть перекус. В кустах? Да нет никакого. Тут забор. А где же оно может быть? Ну, стрелочка туда, говорит. Там не пройти. Совсем не... Может, ты пролезешь? Там дырка вон в заборе. Вот! Оу! Круто! Вот она где. Чипсы с сыром! Мои любимые! Куда они пошли? Может, сюда? Идем сюда. Пойдем. Смотри. Я видела Макса. Он пошел сюда, нет? Макс! Да, я видела его куртку. Ты видела? Нет. Ну, давай идем. Это не чипсы. Как это называется? Это чипсы. Кукурузные, короче. Так, открывать здесь, говорит. Ага, можно? Давай. Ух ты! Это хорошо. Да, очень хорошо. Так, только давай быстренько пробуем и бежим дальше. Время. Ой, по дороге будем пробовать. Идем. Опа. Как вас найти? А вы не в ту сторону пошли. Ку-ку, я вас вижу. Привет. О, привет. Привет, а мы уже чипсы нашли. Вот, Доритосы. Дайте мне кусочек, пожалуйста. Набери только не всю пачку. Вот немножко. О, спасибо. Давай мне. Что там у них? Все, Макс, побежали. Чипчины. Спасибо. Слушай, мы идем и ничего не находим. Только лужи и вот эти вот кусты. Ну, нашли. Мы нашли. Слушай, у нас уже чипсы есть. Ага. У них, похоже, еще ничего нету. Подожди, я у них видел зеленую. Что, золото нашли уже? Наверное. Бежим. Давай туда. Давай. А тут куда? Ты помнишь, что папа говорил? Что такое зеленое? Золото. Золото. Надо искать это золото. За тобой. У нас первое золото. Та-та-та. Та-та-та. Все, отлично. Пошли. Yes. Нормальные чипсики. В следующий раз надо больше золота искать. Что? Что? Золото нашли? Да! Они сзади, Катя! Побежали, бегом! Да, они золото нашли! Быстрее! Итак, золото у нас есть?
А теперь бы нам найти какой-то снэк, так как мальчики уже нашли какие-то чипсы. Давай сюда пойдем, Кать. Мальчики нашли чипсы, а мы будем искать золото. И Надежде еще какую-то сладость найдем. Ничего тут нет, пошли. Давай быстрее, что-то мы застряли. Да, не понял. Мы что, потратили столько времени и пришли на выход? Это уже выход. А мы нам... нашли Доритос. Нашли Доритос. Мы не нашли ни одного золота, и мы не забрались на вышку. Цель забраться на вышку. Что делать? Идем опять? Да. Ну, пошли. Дальше, слушай, я уже немножко подустаю. Такой непростой этот лабиринт, да? И лужи еще тут. Фух. Пойдем. Слушай, Макс, идея. Я сейчас найду карту, план этого мейза всего. И сможем как по картинке идти, как мышки рисовать себе. Точно. А то только зря 10 минут потратили, чтобы опять вернуться к тому же месту. Так, мы тут ходим. И ничего не находим. Интересно, мы уже тут были. Это ж мы тут золото нашли. Слушай, прикол. А вот и вот эта вышка, Кать. Идем за людьми. Идем. Слушай, ничего не находим. 100%. Что-то все одинаковое. И тут вход, и все одинаковое. А, вышка! Точно, нам туда. Слышь, мне кажется, я маму слышал. А, точно сюда. Да. Вот она, близко уже. Мы уже близко к этой штуке. Слушай, это то, что нам нужно. Это значит, что-то здесь есть поесть. Есть где-то что-то поесть. Где его? Катя, я увидела. Вот оно. Что там? Расскажи. Мои любимые сладости. Такая желейка с конфетками. Итак, у нас одно золото и один перекус. Снэк. Отлично, Катя, поздравляю. Давай, все, уходим, забираем вот эту штучку и пошли. Давай. Мы сейчас уже доберемся на верхушку. И, возможно, будем первые. О, боже, сколько тут лужи. А куда идти? Там. Ты уверена? Макс, смотри, вышка совсем близко. Мы нашли вышку! Сейчас, осталось только до нее дойти. Вот совсем рядом. Вот она! У нас пока ни одного золота, но мы первые добрались до вышки. Это круто! Стоять! А как сюда зайти? Лестницы нет. Вон там я вижу лестница. Но как туда добраться? Мы побежали еще дальше. Да. Так, а вот и лестница. Вот за заборчиком буквально, за этой стенкой. Вот. Это нас... Стоять. Только нас ведет лабиринт не туда. Он нас вообще в другую сторону ведет. А пройти тут шортката нет никакого. Да, идем сюда. Мы все дальше и дальше от нее отходим. Да, но в конце мы ближе будем. Да, тогда куда идти? Туда или давай туда идем. Мы, короче, уже два раза прошли вот эту вот штуку, не можем найти выход. Видите, вот тут есть лестница, но как туда пройти, мы не знаем. Идем попробуем, может, с той стороны зайти? Давай. Может, получится. Золото еще-то! Опять золото! У нас уже два золота! Интересно, сколько мальчики нашли? Прям, опс! Где тут туда упало золото? Не можешь достать? Не могу. Давай. Вот оно! Видишь, там мальчики уже, видишь? Отлично, мальчики какие-то уже там наверху, а мы все никак не дойдем. Собирай лапку динозавра. Та-дам. Итак, у нас уже два слитка золота. Пошли, нам надо теперь найти выход на вот эту вот штуку. Мальчиков там нет, это радует. Мы тут уже были. Слышь, Макс, я уже устал. Мы уже 25 минут тут круги нарезаем. Да. Может, здесь какой-то есть короткий ход? Нет, тут забор. Капец, мы все ходим и отдаляемся от вышки. Вот она. В конце мы будем там. Мы возле нее под ней проходили. Вот, ну да. А лестницы не нашли. Идем, может, найдем. Где? Куда ехать? Ты у нас наш Сусанин, веди нас. Надеемся, попробуем, что здесь получится выйти наверх. Итак, вот наша вот эта вот вышка. Но как на нее выйти, мы не знаем. Катя, я тебя потеряла. Катя, ты где? Я папу слышала. Они где-то здесь, Катя. Перекресток семи дорог. Вот и я. Раз, два, три, четыре, пять поворотов. И куда нам? Вообще, раз, два, три, четыре. А, давай так вот. Скажи стоп. 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 Туда. Мы там были. Мы оттуда пришли? Да, сюда. Ну ладно, пошли.
Зря мы туда пошли, там вообще прохода нету. Да. А сейчас куда? О, динозавр! О, не зря мы вернулись, а вот и золото! Давай, забирай. Так, есть. У нас первое золото, а всего 10, ага. Это еще целых 9 штук. В Радахате одно нашла. Так что 8. 8, да. Идем сюда. Давай. Слушай, мы ходим, бродим и не можем никак найти выход на эту площадку. А тут раздорожье. Опача. Ладно. Мини-мини-майни-моу, хочет тайга брайтсту, и кинулась на реку, и мини-мини-майни-моу. Окей, туда. Мы пошли сюда, ладно? А мне, кстати, вот это вот нравится. Что-то тут, мне кажется, с подсказкой должно быть. Окей, тогда и туда идем. Что, идем сюда, где я сказала, да? Ну, пошли, попробуем. Что там за... Мне кажется, ты права. Правда? Побежали. Да, 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 чтобы... Ага, Катя, это отдаляет нас. Тогда идем, который я выбрала. Давай, мне кажется, тоже вариант. Слушай, давай сюда пробуем. Давай. Да я уже не хочу в это играть. О, мы, кажется, близко. Мы ближе идем. Так, мы уже в действительности играем тут полчаса и никак не можем выйти к этим ступенькам. Они же так близко. Мы практически их трогали руками. Я знаю, куда идти. Так что надо туда, и потом туда, и потом туда. Логично. Вот мы опять здесь и не можем пройти к ним. Уже все чипсы съели, ага. А золото никак не находим. Кстати, одно ну, есть, уже да? Уже есть только? Одно, да. Стрелочка есть? Да! Можно поесть. Вот! Вот! Карамельные вафельки! Есть! Мои любимые! Курлескинцы нет, но есть печеньки. Да, мои любимые. Вау, они еще и в шоколаде. Класс! Ну все, теперь я могу гулять долго. Пошли. Вот она, лестница. Нам, по-моему, туда. Фу, не зря говорят, что этот лабиринт надо проходить минимум 90 минут. Слушай, мы тут уже полчаса. И что-то снова нашли. Та-та-та-та-та-та. Что тут было? Банановая палка. Круто. Так. Интересно, а мальчики что-то с едой нашли, нет? У нас чипсы. Чипсы? А, точно, они чипсы нашли. У нас 2 золота и 2 десерта. Не тратим ни минуты. Вкусно? Все, а теперь побежали искать эту лестницу. Мы опять от нее... Катя, мы так от нее отдалились, Катя. Мы не можем найти место, слушай. Как же на нее выйти? А ну-ка, пошли, пошли, пошли. Да, печеньки, это, конечно, хорошо, но как найти вход на лестницу? Вот в чем вопрос. Не понял. Мы опять наверное, здесь? Наверное, значит, сюда. Значит, сюда. Не кажется, или мы тут были? Нет, не были. Точно? А мне кажется, были. Черт сказ, или это не тот? Нет. Подожди, подожди. Наверное, тот. Я же говорил, мы тут были. Это прям возле входа. Я думал, что ты имел в виду на вот эту лестницу. Нет, нет, не были. Что ты сделал? Вы не поверите, мы идем, идем и никак не дойдем. Посмотрите, где мы. Мы все отдаляемся и отдаляемся. Хотя вот практически вот так вот потрогали уже эту лестницу, да, Катя? У меня есть идейка. Что? Надо залезть и потом увидеть, где мы. А как же мы найдем место, как пройти туда? Оно же все одинаково здесь. Это надо выйти на вот эту вот лесенку, и с высоты это все будет видно. Да не шурка. Ты думаешь? Угу. Я мальчиков слышу. Они где-то рядом. Мальчики, мы вас слышим. Они убегают. Они не разговаривают. Быстрей, быстрей, быстрей. Ах вы! Катя, а мы давай пойдем в другую. Иди в другую. Давай, давай, давай. Идем сюда. Туда. Идем, давай туда. Да не, что, мы там были. Сюда. Мы уже практически вместе подошли, но не знаем, кто будет первый. Как правильно найти дорогу на этот верх. Смотри, сколько моха. Мха. Короче, мы тут забрели в какую-то часть парка этого мейза, где куча мха под ногами. Да. Мне кажется, тут никто не ходит вообще. Да. Прям капец, коврик мягкий. Мы тут не были. Не были? Точно? Да. Мне уже все эти коридоры одинаковы, мне кажется. Кто-то носок потерял. О, с паровозиком Томасом. Да. Не твой размер? Нет.
Вот она, вот. Это ж, мы так еще близко не были к лестнице. Это лестница. Я был прав. Побежали. А вот есть проход. А, он закрыт. Ага. А здесь тоже закрыт. Тоже. Эй, ну мы отдаляемся. Мы далеко уходим. Эу. Мы это опять... каждый раз. И куда мы еще не ходили? Давай запоминать. Сюда? Так, сюда ходить нельзя. Сюда ходить нельзя. Мы отсюда пришли и сюда тоже. Но там еще была развилка по дороге. Там тоже была развилка. Точно? Есть, Макс! Прошу! Есть! Мы первые! Мы победители! А где девочки? Слушайте, мы не нашли еще лестницу, зато нашли уже третье золото! Yes, yes, yes! Давай! Так! А интересно, а если мы найдем больше золота, но не будем первые, кто победит? Мы. Мы! Давай, побежали, берем! О, слушай, что-то новое! Мы еще тут не были, я не помню этой мусорки! Давай, пойдем еще этой стороной! О, мы еще здесь не были! Мы новые нашли десерты! Мы нашли десерты! Пошли дальше, потому что тут совсем все рядышком. Где-то тут должна быть Риза. У нас новые снеки Ризис. Брацели. Так, мы пришли в какое-то новое место. Лифт и флост. Если мы потерялись, можно тут воспользоваться. Пойдем сюда, Кать. Мы, кажется, совсем близко. Смотри. Мы первые! Он такой огромный, этот лабиринт. Слышь, а ты девочек видишь? Нет. Катя! Нам бы как-то добраться на эту вот верхушечку. Я кого-то там вижу. Привет! Катя, они первые добрались. И сколько у вас золота? Сколько у нас золота? У нас два золота. У нас три. А мы больше собрали. Катя, мы больше золота собрали. Зато мы победители, мы чемпионы. А у нас брецели есть. Ризис. А у нас васильки с карамелью. Как к вам пройти, скажите? Вот лестница, и вот там вторая. Спасибо, мы знаем, что там лестница есть. Как туда добраться? Ну вот там, вот туда, там налево, направо, там круг. Короче, стойте, мы сейчас будем искать. Идем на лифт и флост. Мы идем на лифт и флост. Так, что там? Way out. Вот он, way out. Пошли сюда. Катя, вот сюда, вот сюда, Катя, вот сюда, Катя, вот сюда. Давай, побежали, побежали, побежали. Так, а мы нашли подсказку, а мы нашли подсказку. Так, опять лестница. Так, идем. Нам подсказали, что сюда можно дойти. Слушай, опять это лифт очень близко. И мы еще не видим лестницы. Вон, мы новые нашли. Это Ризис. Ризис. Да мой любимый. Но мы чемпионы. Да. Вот она лестница. Ура, мы нашли лестницу. А мы первые. Но мы чемпионы, у нас три золота. Не важно. Главное, что мы с Максом были первые. Мы первые забрались на вышку. А это надо делиться, да. И как вы быстро нашли лестницу? А мы уже минут 10 вас тут стоим, ждем. Фу, прошло 48 минут, и мы только-только нашли лестницу. А вы видели вот эту вот красотень? Посмотрите. Это самый большой, настоящий, она натуральный. Огромная. Если бы не все вкусняшки, я бы уже давно сдулся. А так немножко вафельки всякие мне помогали. Это вообще-то наше. Было ваше, стало наше. Ага. Как тебе тут нравится, Катя? Тут сильно ветрено, правда? Ага. А вот так. О, и тут тихонечко. Так да. Они стырили наши снеки, давай их стырим. Ух ты, а у вас чипсина. А мы слышали, как вы нашли чипсину. Так, на спаке делились. Да, мы вас видели там? Да, мы через забор ей давали. Да, мы давали. Слушай, а что это такое? Смотри, какие-то банки, склянки. Нормально. Вы тут и не страдали, я вижу, да? Золото свое пробовали? Может, оно вкусное? В общем, три золота против одного золота.
Но мы победители. А вы золото свое пробовали? Может, оно шоколадное? А-а-а. Мы больше таких вкусняшек нашли, а вы больше золота. Но все равно победители мы. Потому что мы первые. Не-не-не, задача лабиринт. Это просто, чтобы было сил добраться. Слушайте, тогда у нас два первых места. Мы больше золота нашли, а вы первые нашли лабиринт. Ну, наше первое первее немножко. Да. А у нас самое-самое первое. Я только что заметила. А у нас первее, чем у вас. И у нас вкуснее. Ваши специи соленые. Идемте продолжать еще, потому что у нас тут 10 кусков золота, а вы нашли только 3. Не, 4. Но мы все равно, мы уже чемпионы, нам уже не обязательно продолжать. А золото оставим кому-нибудь на потом. Ну что-то еще найдет, обрадуется тоже золото. Смотрите. А мы, наверное, пойдем уже обедать. А то эти сладости надоели. Пойдем нормально пообедаем. Послушай. Вау! А зрителей попросим поставить лайк, подписаться на наш канал. И всем пока-пока, только вопрос. Ресторан найти. Нам еще сейчас выход целый час искать. Вообще, ну, выход. Туда, туда и потом туда. Ты знаешь точно? Да, я знаю. Это лабиринт.